play. Albert Einstein once said that play is the highest form of research. No matter how you play, the fact is, you'll never stop. There's no coming back from this. Fire up! Great Scott! I'm taking us home. This is too important to stop. Finish him! Welcome to the Game Awards 2015. Лучше бы поспал. Здравствуйте. Я вам очень сильно завидую, ибо... Давайте я вам скажу предысторию, почему я решил посмотреть The Game Awards 2015 года. Потому что она интереснее была всего этого двухчасового шоу. Сижу я такой, значит, ночью... Четверга на пятницу. Жду, пока выйдет DLC к моему любимому Payday. Ну, блин, надо же за оверкиллить Алмирки. Оверкиллом 170 рублей. Снова. Вот за эти два хайста, которые я буду материть, да. Вот сижу я такой, жду и смотрю. Тут на главной странице Стима появляется баннер, на котором написано, мол, «Вау, The Game Awards! Самая важная церемония награждения в игровой индустрии сегодня!» 3 или 4, какое сегодня число-то, я уже не помню, 4 декабря в 4:30 по Москве, я такой, фак, а уже час ночи, я такой, ладно, хорошо, блин, раньше на этой церемонии, когда, которая называлась Video Game Awards, показывали Skyrim, ну, анонсировали его, анонсировали, нихера себе, сейчас электричество чуть не сдохло, ну, хорошо, мне компьютер говорит, мол, не надо об этом рассказывать. Там что еще было? Там был первый анонс The Phantom Pain. И вообще, иногда бывают клевые анонсы на этой церемонии. Я подумал, ну блин, надо первым увидеть. Тем более тут всякие God of War 4 якобы анонсировали где-то. Я так не понял, где они должны появиться. Здесь или на PlayStation Experience. Ну как анонсировали? В смысле, какой-то магазин начал принимать предзаказы на God of War 4. И сори, что да, я тут на вебку разговариваю, но мне, если честно, не хочется ставить камеру в 9 часов утра ради такого ролика. Да. И, в общем, я сижу такой, думаю, ладно, хер с ним. В 2:30 лег спать. Ну как, вообще решил не спать на ночь, но меня вынесло. Хорошо, что будильник поставил. Встаю в 6:30. Только, знаете, полусонные, глаза еле открываются. Понимаю, что нужно запилить для Ютуба будет этот ролик. Нажимаю клавишу плея в Стиме. Прям в Стиме плеер был, и можно было посмотреть. А там падла пришел на 30 минут. То есть само шоу начинается у меня в 7 по моему времени. А не в 6:30, такой. Фок! Почему? Вы пишете, что шоу начинается в 4:30 по Москве, когда оно начинается в 5 по Москве. Я, в общем, сижу такой. Козлы! Ну, в общем. Отлежался, отсиделся и решил, да, все-таки посмотреть от начала до конца. И как меня обрадовал Джефф Килли с его натянутой такой вот улыбкой, которую все шоу натягивал. Блин, пока он натягивал эту улыбку, и он, не знаю, там жену кто-нибудь натягивал. Есть ли у него жена, я хз, девушку, я не знаю. Шутка за 299 сейчас была. И в целом-то, давайте я не буду рассказывать в хронологическом порядке шоу, да, какое оно было, да. Я вам сразу говорю, лучше посмотрите этот ролик, чем шоу, потому что вы пропустите столько всяческих потрясающих вещей, что вы будете только рады тому, что посмотрели этот ролик. Я вас предупреждаю. Но в целом, если говорить, то лучше бы поспал, еще раз говорю. Так вот, давайте начнем с обсуждения всех наград, которые были. Потом анонсы, там я скажу, какие там произвели и так далее. И мы с вами поставим общую оценку этому шоу. Началось все дело с выдачи... награды лучшему мультиплееру. Угадайте, какие игры там были. Там был Call of Duty Black Ops 3. Там был Rocket League. Там был Halo 5 Guardians. Но, если честно, все эти игры меркнут перед тем, что творится, допустим, в том же... CSGO. Там больше обновлений, чем во всех этих играх, по-моему. В принципе. Еще какая-то игра на память у меня есть. Черт, такая... Вот такая вот...
соревновательная. Ну, в общем, неважно. Всю игру, все шоу, кстати, пиарили Star Wars Battlefront. Его этот шоу вел Джефф Килли и Ай Джастин. Она говорит, я, мол, я геймер! Из меня такой же геймер. Фу, я уже начинаю заговариваться. Ну, простите меня, 9 часов утра у меня, я еще не выспался. Не выспался, вообще не выспался в эту пятницу. Так вот, из нее такой же геймер, как из меня любитель бутиков, если честно. Все шоу, она стояла в какой-то там комнатушке, где на заднем фоне пиарили Star Wars Battlefront. И почему-то Star Wars Battlefront даже не попал в номинацию Best Multiplayer, но он намного лучше, если честно, в плане мультиплеера, чем те игры, и особенно та игра, которая победила, в этой номинации победил. Вы знаете кто? Вы никогда не догадаетесь, кто? Splatoon! Сплатун! Я, конечно, в курсе, что по этой игре якобы проводятся чемпионаты, но... Ну, естественно, не могли просто создатели этого шоу не выдать эту награду, потому что в зале сидел сам Реджи Физами, представитель Nintendo of America. Но он сидел там потому, что ему нужно было сказать парочку слов про Сатору Ивата. Rest in peace. Но это только начало торжества. Затем нам показывали лучшую eSports team. Я вам просто перечислю тех людей, которые нам показывали. Команды, которые показывали нам. TSM. Это CSGO, если что, команда в CSGO. Сейчас множество названий прозвучит, которые вы даже не знаете, поэтому забейте. Fnatic. SK Telecom. Но это уже не CSGO. Optic Gaming, это, если что, команда Call of Duty. И какие-то там Evil Geniuses. NVS не существует. Финалисты и победитель Клуч на Пока. Natus Vincere не существует. Из СНГ. Вот, Team Solomid и Fnatic. Но знаете, кто победил? Optic Gaming! Кто такие? Просто хер его знает! Какие-то Optic Gaming там! Что? Кто вообще? Что-то впервые услышал это говно, такой сижу такой... What the fuck? Окей! Optic Gaming! Хорошо! Optic Gaming! И знаете, какую игру? Call of Duty! Они представляют франчайз! Я такой сижу... Да! Call of Duty, то это просто такие... Такой киберспорт, охереть! Просто... Splatoon больше киберспорт, чем Call of Duty киберспорт, если честно. Просто жуть. Затем нам показывали лучший нарратив, ну или как это перевести, лучшая история, да? Лучшая сюжетная составляющая. Лучший сюжет, вот такая вот номинация. И победила игра почему-то, ну там были разные игры, типа Tales from the Borderlands, Life is Strange. Но победила игра Her Story. Я не знаю, где там Best Narrative. Если честно, да, там неплохая игра актеров, одной актрисы, которая, в принципе, получила награду за своего разработчика, который работал с ней. Но, по сути, там вся игра сводится к тому, что вы смотрите видеопленки какие-то, да, заранее предзаписанные какие-то записи с этой женщиной, которая играет главную роль, единственную роль. В этой игре. И по идее вы можете найти случайно всю развязку и весь твист за минут 20. Ну, в общем, грубо говоря, если вам интересно, что за игра, почитайте просто отрицательные рецензии в Steam. Они не отрицательные, они не обсирают игру, они просто говорят вам на самом деле, что в этой игре есть. Положительных, естественно, ой, это хорошая игра, потрясающая игра. Давайте поцелуем кого-нибудь в жопу. А вот в отрицательных рецензиях все отлично написано, они ни разу, еще раз говорю, не обсирают игру, они показывают вам, что на самом деле в этой игре есть. Поэтому, я, если честно, не понимаю этого выбора, но всем же нужно поцеловать задницу на этом шоу, это же шоу, да, такое. Затем, Best Trading Gamer. Знаете, почему-то начали говорить там про стримеров, про то и все. А почему? Ну, почему-то нам показали только ютуберов. Знаете, никаких там топ-стримеров, которые собирают по 45 тысяч зрителей, когда проходит бета Star Wars Battlefront. Не, мы лучше дадим эту награду Грегу Миллеру, у которого на ютубе 150 тысяч подписчиков, и у которого там какой-то сайт есть дебильный.
Я вообще не знаю, кто это такой. И знаете, он вышел такой, знаете, хипстер, такой в кедах, такой в пиджачке, в красном галстуке, говорит, ааа, такой-то, такой-то, я как представитель всех геймеров, такой, нет, я лучше не буду геймером, я пойду лучше геем стану. По крайней мере, геи выходят и говорят нормально, как на всех шоу Electronic Arts, ну, представитель, ну, я ничего не имею против геев, ну, гей, ну, ладно, пусть будет геем, да. Лучше я буду геем, если честно. Знаете, он выжил, и он реально вот хуже гея себя ведет. Вы знаете, все такие, не, знаете, все разработчики, они такие скромные, они такие вежливые. Это вышел, я, как представитель всех геймеров, говорю то, что мы крутые! Все дела, ну что он типа того сказал? Это, в общем, знаете, вот, короче говоря, вот у меня есть персонаж Майки в ретро-демо-шоу. Вот то же самое, даже хуже! Fuck you! Piece of shit! Так, дальше что у нас? Best Indie Game. Там были всяческие другие проекты, которые я не записал. Но награду выдали Rocket League. Вышли три разработчика. Если реально эту игру делали три разработчика, то это крутая штукенция. На самом деле веселая штука. Я здесь даже спорить не буду ничего по поводу этого. Затем дали награду за лучший Art Direction. И в списке номинатов был Metal Gear Solid 5. Я не знаю, где там лучший Art Direction, но если одинаковые пустыни и одинаковые джунгли — это лучший Art Direction, то я пойду отдам тогда, я не знаю, там какой-нибудь игре, созданной одним человеком за, я не знаю, за час, наверное, ту же самую награду. Но, вы знаете, сколько я бы не обсирал эту игру, вот именно за это можно этой игре выдать награду, допустим, какую-то там символическую, да? Ori in the Blind Forest получил награду за лучший Art Direction, правда, там были еще Batman Arkham Knight, почему-то, опять же, и Bloodborne. Вот, все-таки, в Bloodborne более кропотливая работа проведена, но все же нужно удовлетворить всех, и, скорее всего, Bloodborne просто не выдали награду, и просто в зале не было никого из разработчиков From Software, они такие, мы что, дебилы на это говно идти, что ли? Мы игры делаем для нормальных людей, которых можно до сих пор называть геймерами, а не те, которые... Я геймер, я набил в Angry Birds целых 15 минут в день. Знаете, они такие... Ща, мы делаем игры. Мы делаем игры, а не игры. Да, поэтому... Да нет, скорее всего, просто... Просто насрать, какая разница. Ori in the Blind Forest тоже хороший Art Direction. Это, пожалуй, единственное, что хорошее есть в этой игре. Где у меня еще тут? Ага. Best Performance. Best Performance. Знаете, кто вышел выдавать награду? Вообще-то там, кстати, выходили всякие разные люди выдавать вот эти награды известные. Например, за... Если я не ошибаюсь, лучший мультиплеер, по-моему. Вышла выдавать награду... как ее там зовут? Мелисса Каррингтон, что ли? В общем, женщина, актриса, которая сыграла Лару Крофт в последних двух Tomb Raider. Затем там был Трой Бейкер, который пошутил, у которого эгоцентризм увеличен до максимума был в этой шутке. Это была, конечно, шутка, но очень эгоцентричная шутка. Он очень сильно мнит о себе. И реально, он меня затрахал уже. Трой Бейкер, он везде. Знаете... Он пошутил про себя и про Нолана Норта. Но знаете, я к Нолану Норту не испытываю ненависти. Он хороший, действительно крутой актер. Трой Бейкер меня бесит. У него одинаковый голос, одинаковая игра. Он меня просто раздражает. Он выскочка, унылый говнюк. Он просто отвратителен. Он отвратителен. У него что Букер Дэвид, что в этот The Last of Us главный герой. Они одинаково сыграны, одинаковые голоса и прочее. Как хорошо, что я играл в The Last of Us русской озвучкой. Я не пожалел, по крайней мере. Трой Бейкер, это просто... Уберите его, плиз. Уберите. Он как... Я не знаю, как Гоша Куценко. Серьезно, даже хуже, наверное. Best Trading Gamer, я не помню, кто там выдал. Ну, в общем... неважно. Но! Лучшую награду за Best Performance... Подождите, что-то я еще пропустил. Помню, я что забыл. Так вот, Джейд Рэймонд вышла, и мне понравилось, как объявили, это известный продюсер, который стоит за всей серией Assassin's Creed. А то есть Патрис Десиле уже как бы не все, да? Патрис Десиле, который как бы был директором нескольких частей, из-за которого эта игра крутая, да? Продюсер это так себе, но директор это основное как бы. То есть он как бы уже не учитывается, да? Он не существует, хорошо, ладно. Так вот, Джейд Рэймонд еще раз... показать то, что облажалась, и то, что я не знаю, что творится. В общем, она выдавала награду за Best Performance. И прямо перед ней
играет экран, на котором она видит всех номинантов. Она называет имя. Ну, там бумажку выдают, как бы, там написано, что за награда. Там, видимо, печатка какая-то была в этой награде. И она называет имя актрисы, которая была в Her Story, да? И говорит дальше Witcher 3. Тебе только что сказали, в какой игре она присутствует. Ты чё, не слышишь, что ли, а? Ты надела свое платье, ты пришла только что с вечеринки, твою мать, что ли, пьяная? Какого? Не говори тогда игру! Если ты не уверен, я-то сижу такой, как же хорошо, что она облажалась. Меня бесит она, меня бесит Трой Бейкер, вот эти вот два человека меня бесит больше всего. Она выходит, меня еще бесит Бонни Росс, но она тоже здесь есть. Я не знаю, этих людей надо удалить. Патрис Десиле выходил, когда он работал над Assassin's Creed, он выходил, он так клево все рассказывал, показывал. Мужик такой клевый. Когда убрали этот Джей Трейнер, выходит такая, у нас красная игра, не-не-не-не-не. Вот когда Патрис Десиле ушел, да, от Assassin's Creed, Все покатилось в говнище просто. Вот реально, знаете, я бы каким человеком не был, как бы женщин я не уважал, но вот реально, вот поставить бабу во главу и все испортит, Все испортит. Ладно, это была шутка, полуправда какая-то, да. Сори, бывает. Так вот, и выходил еще Кифер Сазерленд, и он выдавал награду за... Кифер Сазерленд, да. Не знаю, как его туда зазвали, но он выходил. Он выдал игру разработчикам иконам. Людям, которые создали такие вещи, как Dune 2, Command & Conquer. В общем, основателям Westwood Studios показали такой интересный ролик, показала самая интересная часть презентации о именно Westwood Studios. И из этого, как бы, там были такие слова, типа, мол, если бы не Westwood Studios, то у нас не было бы Доты, у нас не было бы там StarCraft и так далее, потому что если бы не было Westwood Studios, то не было бы жанра RTS. Любой бы другой человек рано или поздно бы это придумал. Ну ладно, Westwood Studios это сделали первыми. Хорошо. Ну я еще сказал, да, про то, что Rage of Ism вышел, и рассказал про Сатору Ивата. И... про то, что Джейд Фремент облажалась, я сказал. Еще также выходил Марк Хэмилл. Мне вообще нравилось, как выходили актеры, они все такие клевые были. И клево так играли, и вообще сразу видно то, что люди на самом деле, ну, знают, что они говорят. Кроме, пожалуй, Шакила О'Нила, который выходил из Sports Team, представляете, и который читал так ужасно все по тексту, который перед ним появляется, да. Марк Хэмилл выходил и даже сказал голосом Джокера что-то. Представлял лучшую экшен-адвенчуру, и ей стала MGS 5, и Кифер Сазерленд получил награду за Хидео Кодзиму. И потому что, кстати, да, Джефф Килли рассказал, почему Хидео Кодзима не приехал и ни разу не получал награды за Metal Gear Solid 5. Ему представители Konami, так как до сих пор контракт с этой компанией, да, у Хидео Кодзимы заключен, запретили выезжать на все возможные церемонии для получения наград. И, по идее, награду вот этого, да, на Video Game Awards могли забрать представители Konami, но забрал Кифер Сазерленд, видимо, по запросу Кодзимы. Видимо, Кодзима настолько хорош. А, допустим, на той же PlayStation Experience, которая была недавно, получили представители Konami, PR-отдела Konami. Да, классно вообще. Прекрасно это было. И что-то еще я хотел сказать. Да! И самый, пожалуй, забавный эпизод был с Конаном О'Брайеном, заранее предзаписанный, но Конан О'Брайен классный мужик. Он умеет хорошо пошутить, и классные у него постоянно сценки есть. Так вот, он объявил разработчика года в таком юморном номерке, которым стала команда CD Projekt Red. Ну и вроде бы ничего не пропустил. Стоит еще сказать про GOTY. И я просто скажу номинантов GOTY, которые были представлены. Witcher 3, Bloodborne, пока что все хорошо, да? МГС V. Лучшая игра года, капец. Fallout 4. Смешно. И Super Mario Maker. Я не знаю, почему здесь присутствует игра, в которой нет ничего нового, в которой просто комбинация всех тех игр была, которые... Ну,
всех тех идей, которые были в прошлых играх, которые в основном базируются, 90% ее базируются на польском контенте, где тут какая-то хоть игра, хоть какой-то намек на игру года, и где это вообще здесь игра, да, а не конструктор. Я не знаю, там можно с такой же, я не знаю, там, с таким же успехом, допустим, каждый год анонсировать в качестве игры года кубик Рубик. А чё, какая разница? Каждый раз новый, смотрите, видите? В этом году такой, да, в следующем году такой. Это был бред. Но разработчики, создатели церемонии поступили адекватно и выдали GOTY Witcher 3. Хотя, если честно, могли бы дать и Bloodborne, знаете. Тут были представители, кстати, Sony, представители Microsoft выходили. Именно, кстати, представитель Microsoft, что неожиданно выдал награду Ori and the Blind Forest. Сейчас он выдаст игре Sony какой-нибудь, да, награду. Так что могли бы здесь, конечно, и как-то все же распределить награды. Но это шоу, как и многие говорят, шоу создано для того, чтобы удовлетворить всех. Чтобы никому не было обидно, чтобы все получили награды. И вот практически все получили награды, но Bloodborne засветился в нескольких номинациях, но не победил. Я вообще не понимаю, почему. Ну ладно, видимо, From Software такие... Чуть дебилы, что ли? Но в целом-то шоу... Шоу, в принципе, знаете, такое было в основном нацеленное на то, чтобы прорекламировать всяческое говно. Типа какого-то там приложения, которое позволяет вам смотреть всяческие игровые херни и прочее. Например, анонсировали наконец-то окончательно лигу eSports, которая называется, ну, цифрового спорта, киберспорта просто, которая называется E-League или E-League, если правильно читать. При этом эта организация будет показывать киберспорт на телевидении, докатились на телевидении, в которой будет присутствовать 15 команд, причем это будут, видимо, скорее всего, североамериканские команды. Ибо кому нахер сдались европейцы, там, если будет все это показано на телевидении американском, да? И общий бюджет всего этого дела, и общий призовой фонд будет 1,2 миллиона долларов. Не знаю, кого это удивит, если честно, потому что одни лишь Valve в год выдают на киберспорт 750 тысяч долларов. Это без всяческих там стикеров и прочего. Считайте, 750 тысяч это чистая прибыль, да, а команды, которые едут на всяческие киберспортивные турниры, которые организуются именно Valve, получают еще деньги со всяческих там продаж стикеров, всяческих там и прочего дерьма, в общем, для украшения в CSGO, с которых идут достаточно большие деньги. И люди не понимают то, что они на самом деле покупают стикеры, да, они на самом деле просто-напросто донатят командам, они не понимают, что это донат, по идее. Ну ладно. Об этом наплевать. Ну и еще тут всякие Дед Маусы появились в конце шоу, сыграли. Ну, вообще, Дед Маус неплохой, скажем так, исполнитель, но если честно, трек был в конце дерьмище поганы. И да, перформанс был абсолютно ужасный. Ну а теперь можно поговорить о потрясающих анонсах, которые были во время этой охрительной церемонии. Замечательные просто 10 из 10, анонсируйте еще. Последний раз я смотрю этот сраный видео Game Awards. Ладно, хоть с Конана Убрайана, пожалуй, и с Марка Хэмилла тоже, потому что они просто веселые. Ну, давайте все по порядку, да. Uncharted 4. Нам показали трейлер, который состоял из нарезок кадров геймплейных, которые мы с вами уже видели на E3 и Gamescom. И показали нам нового персонажа. Нового персонажа, такую, знаете, симпатичную негритянку с кудряшками, только который ведет себя весьма стереотипно, и сцену, которую мы с вами видели чуть ли не в каждом десятом фильме про шпионов каких-нибудь, или про, про искателей приключений авантюристов. О, скузи. You're not supposed to be back here. Well, neither are you. But I'll tell you what, I won't tell anyone if you don't. You have something I want, and you're going to give it to me. Really? Well... I'm flattered, but I'm afraid I'm spoken for. Oh, if you'll excuse me. I'm not in the mood for games. Give me the crucifix. Lady, you're lucky I'm a gentleman. Because if I weren't, I would... You'd what? All right, fine. Just remember...
didn't want to do this. Let's see what you've got. Шакил О'Нил, о котором я говорил, анонсировал ремейк, если не ошибаюсь, ремейк игры Шак-Фу. Шак-Фу, где вы играете за Шакила О'Нила и спасаете весь белый свет, убивая всех при помощи кунг-фу. Ну, не убивая, а убирая с дороги. Показали трейлер небольшой новой игры Telltale Games, который будет по франчайзу Бэтмен. Докатились, ребята. Я даже не могу это представить себе. На этом движке игру по Бэтмену. Это... Я уже вижу, как Бэтмен вот так ходит. Знаете, как будто он не спортивный такой парень в суперкостюме, а старый дед-пердед, в общем. Надо о юных годах Бэтмена тогда делать игру. В общем, если не поменять движок, это будет очень смешно. Показали геймплей Far Cry Primal. По сути, это ваш Far Cry без пушек, в котором вы можете приручать себе животных. Помните те уровни из Far Cry 4, где вы оказывались в каком-то потустороннем мире, когда вы что-то покурили? Вот это то же самое. То же самое, только растянутое на всю игру. Я думал, что-то будет крутое, вдруг и Far Cry там Blood Dragon, да, ну там был клевый саундтрек и прочее. Но, судя по всему, здесь будут те же самые щиты сбоку. Даже трейлер выглядит ужасно скучно. Это тот же самый Far Cry. Здесь тоже все будет то же самое. Все будет ужасно, все будет уныло. Я просто в этом уверен. Так что, я если честно, был немножко хайпнутым, ну, блин, круто. Не знаю, там, с какими-нибудь набедренными повязками, со шкурами носиться, да, на поясе. Я не знаю, там, к бабам подкатывать, мол, крошка, у меня тут есть отличный бивень в штанах. Черт, я просрал шутку, надо было сказать, дорогой, это ты так меня видишь? Так ты как рад меня видит, или это у тебя бивень там, мамонтовые слона, в слонах, в штанах? Да, я заговариваюсь, сори. Просрал это дело. Показали трейлер Lego Avengers, как будто публики, которая сидела в зале. Кстати, зал был заполнен не полностью, наполовину. Какие-то дебилы стояли около сцены и махали руками вот так вот. Я просто, когда показывали крупный план, я такой сидел. Кто эти люди? Боже ты мой. Они так ужасно выглядели. Там какой-то старый китаец гладил по плечу молодому китайцу, или там азиату, японцу, я не знаю, кто это был. Там такие индивидуумы были. Такое чувство, что просто отбирали, в общем, людей, которые просто пришли сюда, чтобы они массовку устроили. Ибо в зале люди сидели, и там кресла были заполнены даже не до конца. Видимо, никому нахер это говнище не нужно было. Да. Но Lego The Avengers показали трейлер, и выйдет тогда 26 января. Даже трейлер скучный до жопы. Как можно делать трейлер скучный до жопы? Ну, ладно, детям сойдет. Детям нравится нажимать одну кнопку. Это мы с вами поняли по Call of Duty. О, и тут самый интересный анонс. Психонавты 2. Психонавты 2. Вышел сам Тим Шейвер. Сказал, мол, спасибо, что поддержали нашу игру и играли в психонавтов и прочее. Показали небольшой трейлер, но он недостаточно интересный. И там просто один фон, прям как в XCOM'е. И потом показали всех персонажей из психонавтов в конце и показали лого психонавты 2. Затем пришел представитель Bethesda и сказал то, что все рады будут, все они будут рады увидеть кого-то в The Elder Scrolls Online, которая тут обновилась, и то, что они устраивают целый конкурс, и одному игроку The Elder Scrolls Online, новым и старым, какому-то новому, какому-то старому, да, отдадут целый миллион долларов. Вот настолько у них все безнадежно, они готовы отдать миллион долларов за то, чтобы привлечь игроков в свою игру. Это было ужасно смешно. Ну, вы понимаете, что это будет, вот этот миллион долларов смогут отдать только представителям, там, я не знаю, жителям двух штатов США, потому что в Россию их явно не отправят, поэтому, во, поняли, да, сосите булки. Никто не будет в России эту игру покупать за 4000 рублей. Чё, убился кто-то об стену, что ли? Вышел главный, точнее, ну не главный актер, наверное, просто актер из основного состава игры Quantum Break и сказал то, что, мол, наша игра клёво выходит в апреле 2016 года, бугу. Показали новый трейлер какой-то. Если честно, геймплей не показали, чё там смотреть. Затем продемонстрировали забавный трейлер Rock Band VR.
Я ничего не могу сказать. Я подумал, что все эти Guitar Hero и Guitar Hero клоны умерли уже давным-давно, но нет. Видимо. Неважно. И интересная новость. Shadow Complex. Одна из самых крутых Metroid Venny выходит на PC, Xbox One и PlayStation 4. Перестал быть эксклюзивом Xbox 360. И в течение некоторого времени, короткого времени, на сайте shadowcomplex.com вы можете скачать бесплатную копию этой игры. Я не знаю, можно ли ее скачать или нельзя. Просто зайдите на shadowcomplex.com и посмотрите. Может быть, там только типа предзаказать можно бесплатно ее. Так вот, а затем нам показали еще один ролик World Premiere. Знаете, вот перед Far Cry Primal нам показывали заставку World Premiere. Перед, по-моему, Batman Telltale показывали World Premiere. Так вот, здесь тоже показали перед показом трейлера заставку World Premiere. Знаете, какая мировая премьера была? Rocket League. Игра, которая уже полгода как существует. Но! Rocket League на Xbox One. Безнадёга, безнадёжно. Вот на этом месте я вообще отчаялся. Хотя я отчаялся еще раньше, примерно 15 минуте этого шоу. И чё-то я все что ли? А, ну и под конец сказали то, что будет показан геймплей, точнее, будет мировая премьера The Walking Dead. Думаю, вау, Overkill дали геймплей своей новой игры. Нет. Оказывается, Telltale Games еще делают... что-то по The Walking Dead. Это будет мини-сериал, состоящий из трех эпизодов, и он будет посвящен Мишон. И это все! Все! Это! Все! Вот ради этого я сидел 2 часа, встал в 7, да не в 7 часов утра, в 6:30! Я никогда так рано не встаю! Я как будто пошел на работу сейчас на радио работать. Знаете, на утреннее шоу был. Хе-хе-хей, привет. Мы раздадим вам бесплатные билеты. Вам нужно выиграть в этом шоу. В конкурсе. И вы должны выбрать из трех вариантов правильный вариант. Но если вы ответите два раза неправильно, мы вам скажем то, что вы все равно выиграли. Потому что нам нужно отдать эти билеты. Они же спонсорские. Fuck my life. В общем, это все шоу. Я думал, что хуже E3 2015 года быть не может. Может. По крайней мере, какая-то там предыдущая шоу, да, хотя бы хоть как-то разбавляли там Мега 64 и прочие, и какие-то анонсы, но здесь, кроме Конана О'Брайена и присутствия Марка Хэмилла, одноминутного, в общем, ничего хорошего не было. В общем, лучше бы поспал, еще раз говорю. Спасибо за внимание, с вами был Эли. Не смотрите никогда The Game Awards, лучше оставьте это нам, который будет стараться ради вас и вставать в 6:30. И только пусть потом еще кто-нибудь скажет, что это не работа. Suck my balls! Спасибо за внимание! До свидания!